Добрый день всем, Сергей Язовский, агентство Spine Tour. Показываю вам квартиру сейчас. Достаточно интересный вариант в районе Альтазана, вот в этом доме. Что рядом, прямо напротив, магазин Консум. Вот он, Консум. А здесь Plaza America. А мы заходим с вами. Вот так выглядит у нас подъезд. Едем. У нас присутствует лифт. Наблюдаем два лифта. Первый этаж. Заходим в квартиру. Выглядит у нас подъезд вот таким образом. Зашли в квартиру. Общая площадь 80 квадратных метров. Это у нас вход, да? Очень много людей. Сложно снимать, но попробуем. Прямо идет комната. Налево идет, не могу снимать, коридор. Направо идут еще комнаты и зал. Давайте посмотрим прямо. Первая комната где-то метров, наверное, 10-12. С окошечком, нормальные окна. И виды вот туда, частично на урбанизацию, частично на нашу же территорию. Это наша квартира. Так, мебель особо показывать нечего. Пойдемте далее. Ага, санузел занят. Понял. Идем сюда. Ой, как тяжело снимать. Вторая комната находится рядом с этой. Смежная стена у нее. Окно смотрит туда же. Люди продают квартиру, и у них семья здесь. Они здесь живут, поэтому здесь есть их личные вещи. Мебель вот такая, освещение вот такое. Выходим, попробуем дальше показать. Попадаем в зал, который имеет кондиционер. И на полу, кстати, вот такая плиточка нормальная. Сам зал по себе выглядит вот таким образом. Можно поставить, видите, два аж дивана. И даже спортивный комплекс. Потолки где-то, наверное, 2,20. Есть шкаф встроенный. И даже еще какой-то пятачок под стол обеденный. Потому что здесь у нас есть выход на кухню. И даже место для работы за компьютером. Здесь у нас окно смотрит, открывать жалюзи не буду. Урбанизация. Так, далее проходим, здесь еще окно наблюдаем, опять виды туда, солнышко светит, здесь очень тепло, а на лето, видели, был кондиционер. Попали в кухню. Кухня у нас, ну, небольшая, тут, наверное, столик не поставить, поэтому он вынесен был куда? Правильно, он был вынесен вот сюда. В этом плане я бы просто расширил вот эту стену. Наши покупатели беспокоятся за малый размер кухни. Мы теперь вот в результате уже просмотров определились, что им нужна кухня побольше. Что еще у нас имеется здесь? Имеется балкончик. Балкончик совсем небольшой для хранения каких-то личных вещей. И тут же видим газовый котел. Так, виды опять туда. Солнышко светит нам. Хорошо нам, тепло нам в Аликанте. Радостно. И клиентам нашим радостно. Так, попробую снять последнюю комнату и санузел. Понятно, где мы проходили. Смотрите, вот он наш вход. А здесь осталось посмотреть нам только санузел. И еще одну комнату. Итак, три комнаты. Так, ванна здесь. Состояние нормальное. Ну, можно чуть-чуть, может быть, косметику навести. Кое-где швы вижу, что можно было бы герметиком залить. И последняя комната. Последняя комната у нас, она вот такая. Тоже с видами туда же. И тоже здесь светленькая она. То есть я бы сказал, что эту квартиру можно назвать светлой. Что здесь надо делать? Да практически ничего. Ну, можно покрасить.
И все. Все, друзья, посмотрели. И могу вам дополнить, что кому не дат 40 евро в месяц, платится раз в 3 месяца. 40 умножить на 3. И налог годовой 330. Решили спуститься пешочком. Заодно смотрите, как выглядит лестница. Заказывайте недвижимость. Сергей Язовский. Плюс 34 663 945 750. Всего доброго вам.